Сотрудники межмуниципального управления МВД России Люберецкое подвели итоги работы за первый квартал этого года. В прошлом месяце представители правоохранительных органов обеспечивали охрану общественного порядка во время проведения выборов президента. По словам начальника ведомства Евгения Романцева, со своей задачей сотрудники полиции справились на отлично. Участники совещания проанализировали статистику преступлений, а также наметили приоритетные задачи на ближайший период. Мы выполняем совместно с сотрудниками ФСБ, прокуратуры, Следственного комитета очень важную работу по обеспечению охраны и жизни важных объектов наших граждан, городских округов, где у нас работают оборонные предприятия, где работают другие предприятия, которые я не буду называть, на благо нашей победы. По указанию директора ФСБ, министра внутренних дел, у нас идет спецоперация «Антикриминал» совместная. Мы должны отнестись очень четко, внимательно. Сотрудников полиции, которые отличились на службе, наградили почетными грамотами, благодарственными письмами главы городского округа Люберцы. Около 20 человек получили новые звания.